Аномальная жара, которая стоит по всей Европе, привела не только к цветению Балтики, но и к распространению лихорадки западного Нила на Адриатическом побережье. В Италии, в регионе Венето, уже заразились 20 человек. Один мужчина 77 лет скончался. Вирус лихорадки западного Нила передается с укусом комара или клеща. В Венето на севере Италии уже начали программу по борьбе с москитами. Но местные власти сообщают, что из-за непрекращающейся жары вирус распространяется гораздо быстрее и контролировать ситуацию довольно сложно. Не исключено, что патоген может перейти на другую сторону Альп, в Германию и Австрию, где жара продлится еще несколько недель. Лихорадку западного Нила многие могут принять за банальный грипп. Симптомы очень похожи. Температура под 40, озноб, головная боль, усталость, чувство напряжения в мышцах. Обычно все это продолжается 5-7 дней. Многие даже не подозревают, что переболели именно этой лихорадкой. Из 150 инфицированных только один случай может закончиться летальным исходом.